микрорайоне Подрезково Сергея Новосельцева знают многие. Он не раз помогал жителям в решении насущных вопросов, связанных как с безопасностью дорожного движения, так и с развитием района в целом. У нас, кстати, очень много молодых семей с детьми. И где не по одному ребенку, а минимум по два, по три. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Как жизнь молодая? Лучше всех. Да? Как дети? Растут. Сергей Новосельцев рассказал, что со многими жителями познакомился лично во время проведения мастер-классов проекта «Химки. Интересно жить». Для удобства жители микрорайона объединились в общедомовых чатах. В период пандемии чаты стали не только площадкой для обмена впечатлениями, но и местом, где участники проекта начали предлагать свои идеи по улучшению сначала района, а потом всех Химок. Говорит, благодаря этим инициативам и тому, что горожане объединились для их продвижения, удалось разрешить сразу несколько насущных вопросов. Среди них – создание парковочных мест для людей с инвалидностью на улице Мира. В частности, это были, скажем так, выдвинуты социальные инициативы об организации парковочного пространства для маломобильных граждан. Соответственно, данная инициатива была принята во внимание и в кратчайшие сроки реализована. Важно слышать горожан, считает Сергей Николаевич. Он вместе с другими лидерами движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» регулярно встречается с активными жителями, а также участвует в собраниях трудовых коллективов предприятий округа и помогает продвигать их инициативу по улучшению жизни в Химках. Говорит, что если ничего не делать, то и мир вокруг меняться не будет. Наша задача, как члена общественной палаты, как лидера общественной поддержки, донести до администрации пожелания людей и не просто донести их, да, а их нужно обеспечить четким, ясным мнением, чтобы сделать транспортную доступность, безопасность дорог, безопасность пешеходных переходов в нашем микрорайоне, в нашем городском округе, сделать лучше, сделать комфортнее, сделать безопаснее. Сергей Николаевич – многодетный отец, воспитывает троих сыновей, не раз приводил их в школу по зимним видам спорта в секцию по хоккею. Теперь участвует в продвижении инициативы по реконструкции этого стадиона. У нас очень сильная школа, интересная, детям очень нравится, много приходят. Вот здесь у нас тренерский штаб был, это места для хранения инвентаря. Ну, как видите, вот подизносились уже и помещения, вот, и внутри, и снаружи, и хотелось бы это все увидеть в реконструкции, более новое, современное. Реконструировать школу, обновить каток, построить теплые раздевалки, душевые кабины и туалеты. Эта инициатива опубликована на сайте Хиш Онлайн для голосования. По словам Сергея Николаевича, только объединившись, химчане смогут сделать жизнь в городе лучше и комфортнее. Кирилл Петухов, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.